Здорово, дружище, сегодня мы с тобой посмотрим «Попробуй засмеяться» челлендж, потому что это не канал Рафлана, подпишись на канал Рафлана, это канал моего товарища, который делает нормальные незасмеечки. Я просто хочу, чтобы его смотрел хоть кто-нибудь, чтобы он чаще, сука, делал видео. Ладно, я нашел какой-то новый канал «Союз смеха», не знаю, кто это такие, короче, но просто сейчас никаких незасмеек других не было. Если будут баяны-бабаяны, то я не виноват, виноваты они, бейте их ногами, если что. Все, поехали посмотрим. Лена, помоги им, они ебутся. Блять! Годи! Помоги им! Годи, блядь! Они сами не справятся, типа? Оказавшись не в силах сдерживать смех, зовет батю посмотреть на этот блядский цирк. What the fuck? What the fuck was that? А чё они так удивились? Союз! Я б так же поступил. Сейчас еще с девушкой целоваться. Мороженка гораздо круче. Это всегда просто мега эпичный взрыв. Ас. Ой, нема Ярику, Ярик, блядь. Ебанки нас. Ярик, блядь! Ярик, блядь! Ярик! Что так рано, Паркер? Наверное, не мог оторваться от мультиков. Вот сука. Я не понял, ты думаешь, если там будешь всю игру висеть, я тебя не убью, что ли? Что это было сейчас? Почему он так стоял? Кто шарит за собаки? Почему они так стоят? Художественный фильм спиздили. Гениально, сука! У этого преступника просто миллиард IQ. Похищение банка — миллиард IQ. Как это нахуй? Художественный фильм спиздили. 3D принтер — это дорогой, но крайне полезный инструмент. Перед его покупкой возникает резонный вопрос: нужен ли он вообще? Лежаки для бананов. Чё? Охладитель арбуза. К чему это было сейчас? Мир изменился. Теперь каждый человек может заметить странное явление, выложить его в интернет и совершить переворот в науке. Извините, а что это за оригинальное видео? Скиньте, пожалуйста, я хочу сделать из этого контент. Поднимаю свои макароны. Смирись, свои ебаные деньги. Йоу. Блин, скотч. А знаете, как барабан будет по-немецки? Нет, бля. Вот это была моя ошибка. Я... Не сейчас, не здесь, не смотри. Пердащина. Стоило того. По-моему, мы это видели с тобой. Чтобы найти твою машину, надо думать, чё? Как она. Они... Они вместе были? В одном мультике? Найти твою машину, надо думать, как она. Гомера, может, надо по-другому? Короче, я приземлилась, ребят. Это ты так приземлилась? Это, блядь, я на уроках вождения. Я там, блядь, девочку чуть не сбил какую-то. 2 месяца в автопарке. Ты прирожденный механик, пропитан бензином и солярой. Уазики рядом с тобой уже сами по себе заводятся. Когда с утра ты просыпаешься и смотришь на свою избранницу, которая все еще без косметики. Невероятные шутки. Зачем тебе ебалотянки? Чтобы скрыть свое несовершенство. Шарик. Ты в ход, сука, мой бластер. Мы уже все перепробовали.
Эй, guys, меня все night. О, Шрек! Ну, это баян. Ого. Ты правда не знаешь, кто я? Голубой негр. Ты что? Если... Я не очень знаю, расизм ли это, но если расизм, я этого нихуя не одобряю. А ты зачем вот это вот сделал? Вот? Ну, а я пугаю. Ну, окей. Блять, напугался? А почему он сдох? Почему он сдох, подожди? А ты зачем вот это вот сделал вот? А я пугаю. Он подбегает. Ну, окей. Бьет. И умирает. Напугался? Обосрался. Почему он умер? Ну, тут в доме избегали. Ну что? Сейчас вы увидите, смотрите, я захожу в синглплеер. О, Слидан, нихуя себе. Да блять, я в другую игру вообще хотел зайти, но ладно. Партия в доту еще никому не помешала. Я тоже так думал, сука, а потом меня выкинули из универа за то, что я приебал все пары. Это неправда, это ложь. Come with him, mate. Как открывает этот гараж? То есть просто так ты подошел, ты его не откроешь. Опа! We all want to be a superhero. Самая главная ошибка в отношениях – это начинать отношения. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Согласен. Нахуй тянка, когда у меня есть где-то там лицо тянки. Че делаете? Саня, доставай пистолет, блядь, нахуй. Мне не хотят отвечать, блядь. Давай нахуй пистолет, блядь. Пиздец, блядь, доставай его, блядь! Где сейчас камень души? Смотрите. Вот здесь. И температура, ты... Слышь? Отдай камень. Ублюдок, отдай камень, сука! Побрею сегодня, замерзнешь. Если поднапрячься, можно даже резинку... Самая главная ошибка жизни — рождение. Шаришь, блять! Как лопнуть? Правда, как правило, на своих. Мстители. Война бесконечности. Я Питер Паркер. Доктор Стрэндж. О, Майон. Выпендриваться будем? Тогда я Человек-паук. Лучший комментарий. Ну, Рафлан получше будет. В принципе, неплохо, но Рафлан получше будет. В принципе, вот. Я надеюсь, вам понравилось. Немножечко посмеялись, немножечко подняли настроение. Совсем так мелеписечку, но, в принципе, достаточно. Я надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляй свой комментарий. Увидимся с тобой в следующих сериях. С вами был Долбоёб. Всем пока. До скорого. Удачи.